Друзья, всем привет! Приветствую на канале. Сегодня у нас 6 октября. Алма-Ата. Хмарит. Возможно, будет дождик. Ну, в принципе, еще тепло. 25. Но ночи уже холодные. И вот, смотрите, мой виноград дикий на балконе. Но девичий виноград сбрасывает листву и уже покраснел. Тут у меня все было густенько-густенько, все. Но видео не об этом. Я хотела вам поделиться своей радостью. Друзья, показываю вам декабрист. Декабрист, я делала обрезку, прищипку ему делала. Вот, смотрите, как он загустился. Он выпустил... Ну вот, друзья, вот смотрите, вот здесь вот делала выкручивание ему, прищипку, да, и вот он, получается, 3 периода роста он выпустил, 2-3, и какой он стал густющий-прегустющий, вот, и вот этот вот маленький, я его реанимировала. В общем, он у меня стал загнивать, и я его реанимировала. И вот он тоже, я уже не знаю, сколько он слоев выпустил, вот он такой густой и густой такой, вот смотрите, прям шапками. Не знаю, как будет цвести. Но, короче, какая сегодня новость? 6 октября. Я так проверяю землю. Проверяла, в принципе, свою эту фаленопсис с орхидею. И смотрю, думаю, мне кажется или что, нет. Начинает набирать цвет. Это у меня сорт красный, вот смотрите, вот. Начинаю, думаю, сначала думаю, может быть, это следующая волна листиков. Нет, это зачатки нового цветения. А вот этот вот молоденький, который реанимированный, вы посмотрите. Посмотрите, он запускает деток. Вот это радость. С этой стороны тоже, но еще поменьше. Здесь, где ближе к солнцу, здесь они больше. И этот, который постарше мой прям дракон тоже. Думаю, вот это да. Вот 6 октября, значит, начал закладывать цветоносы. Посмотрим, как будет цвести. Вот, что хочу сказать, как я его поливаю. Ну, вот этот большой я немножко поливаю сверху, а все-таки он очень здоровый. Смотрите, какой старый корень, да? Ему, наверное, уже лет 15. Вот, и наливаю в поддон. Этот, вот видите, земля влажная. Здесь такой довольно-таки большой поддончик. И я прям полный до краев наливаю. Все, часа через два он вот такой пустой и сухой. Проверяю землю. Здесь точно так же наливаю в поддон специально. Вот здесь поддон маловат, надо бы побольше. Но если я найду побольше, то я буду только нижний полив делать. Вот так вот декабрист 6 октября начал набирать цвет. Вот этот у меня малиновый. А вот эти вот красные. От них я получила кучу деток. Раздала всем подружкам. У меня есть много видео на канале, как он цвел. Цвел он, начиная с ноября в прошлом году. И он закончил цветение, вы не поверите, наверное, в марте или в мае. Но у меня где-то видео есть, я даже уже не помню. Вот, ну и сразу вам покажу на этом балкончике моя орхидейка. Я ее приобрела весной. Она вот такая вот, 3 веточки отцвела. Белого цвета отцвела. Так, я ее просила. Она дает... Где? А, вот. Она дает 2 таких воздушных корня. Вот она высунула. И, друзья, смотрите, что я обнаружила. Она пускает стрелочку. Ой, чему я не сказано. Вот прям вот
такая у меня радость. Это вообще мой подоконник скоро оживет. Ну и вот с этой стороны, вот здесь что-то наклевывается, не знаю что, скорее всего, воздушный корень. Я вот так уже повернула к свету и корень, и чтобы ему была стрелочки, была, ну, как бы свет. Вот здесь они у меня и выпускают листья. Вот, знаете, вот было вот всего вот это, 4 листика было. Вот эти 4 новых листика вылезли. Поливаю также в поддончик, чтобы там водичка была. Вот. Короче, вот так меня радуют мои растюшки. Летом здесь у меня работал кондиционер. Ну, это как бы моя спальня. Я давала им, как говорится, остыть, охладиться, так, покоя. Сторона западная. Вот. Ну, и сейчас вот теперь не знаю. Вот он набирает свет. Ну, и не знаю, не буду я поворачивать, чтобы, может быть, еще и надо повернуть. В принципе, ничего страшного. Чтобы он набрал, наверное, поверну вот так. Чтобы он еще чуть-чуть с этой стороны цвет набрал. Вот так вот. Вот так как. Я ставила этой стороной, потому что она поменьше. А это побольше, погуще. Вот такие вот у меня новости, друзья. На этом все. Декабрист, значит, будет готовиться к цветению. И, кстати, я удобряю в каждый полив. Но в микро-микро дозах я водичку чуть-чуть там на кончике ножа насыпаю удобрений. И каждый полив я даю им удобрение. Каждый полив. Потому что мы кушаем каждый день. Растениям это тоже нужно. Тем более вот уже земля не обновлялась. Хотя я обновляла, но все равно уже питание им тоже нужно. Ну, на этом все, друзья. Пока-пока.